это путь сердца. Вдумайтесь только в такие названия, как творчество жизни, пробуждение сердца, да преисполнимся счастьем. Вы начинаете слушать эту музыку, и что-то внутри вас начинает меняться. Вы становитесь другим человеком. Вы подключаете свою интуицию, и достижение ваших целей происходит намного быстрее и намного правильней. Поэтому я каждому из вас рекомендую присоединиться к сказочным мелодиям «Солнечного принца». Всего хорошего, друзья!